Фраза «красота спасет мир» при общении с Ксенией Камаевой получает абсолютно логичный смысл. Модельные внешности и обаяние определенно подкупают. Пару дней назад Ксения стала обладательницей титула «Российская красавица 2021» на профессиональном модельном конкурсе в Москве. Впечатления у девушки колоссальные. Это сложно описать. На самом деле чувства всевозможно разные. Это шок, радость, слезы. Это страх даже, возможно, перед чем-то новым. Вот это вот волнение. Это весь спектр чувств. Портфолио модели уже есть победа на региональном уровне. Это юная вице-мисс Заволжья и мисс Заволжья. Победа в ульяновском этапе конкурса «Российская красавица» автоматически позволила девушке представлять регион в столице. Я рассчитывала свои силы, делала все достойно и на совесть. И уже сразу нутром, что ли, чувствовала, можно сказать, знала, что буду в тройке. В Москве модели предстояло пройти несколько этапов, чтобы выбиться финалисты. Это бесконечные проходки, дефиле, разминки для правильной осанки, оттачивание техники речи и занятия с хореографом. Над финальным выходом трудились также команды визажистов и стилистов. Я вообще по жизни дизайнер, я творческий человек, и вся моя жизнь связана с творчеством, ручками, глазками, телом, в общем, голосом даже, может быть. То есть вот такая вот я. Руководитель городского модельного театра «Эксклюзив», где занимается Ксения, невероятно горда своей ученицей. И мы безумно рады. Мы, конечно, вообще нисколько не сомневались, что на России она займет призовое место. Но это гордость. Безусловно, это гордость. Потому что мы тоже, находясь в маленьком городе Ульяновске, да, мы немножко не понимаем свои силы, насколько мы сильные. Наталья Абрамова и сама в прошлом модель, но последние 20 лет она занимается поиском свежих лиц в нашем регионе. Что неудивительно, постоянно их находят. В Ульяновске живет очень много красивых девушек модельной внешности. Ульяновск вообще очень востребован. В плане модельного бизнеса, в плане конкурсов красоты к нам ездят, к нам смотрят. То есть девчонки действительно здесь у нас очень красивые. Ну а Ксению теперь ждут предложения по сотрудничеству от ведущих модельных агентств и модных брендов России и за рубежом. И как знать, возможно, совсем скоро на обложках Vogue, Elle, Glamour, Cosmopolitan и W появятся фотографии ульяновской красавицы. Антон Никонов и Герман Баранов, Ульправда ТВ.